Всем привет, мои хорошие, с вами Катя, это канал GG Family. И наконец-то мы добрались до Салли Фейса, до четвертого эпизодика. Что-то все как-то руки не доходили, то болеют, то еще что-нибудь. Что ж, давайте продолжим. Насколько я помню, мы там проснулись. Нам здесь только какой-то кошмар, то ли что. Так. Ага, вспоминаем управление. А, что это у нас тут все вверх дном? Выход? Вильзеву. Вильзеву, это же сатана, да? Ты кто? Я? Лорд Вильзеву. Ух ты, правда? Так значит, ты дьявол или типа того? Нет, это прозвище. Меня наделили им сородичи. Семье порой тяжело. Воистину. Можно я пройду в ту дверь? Ты только что пришел. Нет, тебе нельзя проходить через мою дверь. Сперва ты должен восхититься моими творениями. Твоими творениями? Да. Во тьме их пять. Последний не должен видеть ты. Среди доступных четырех увидеть должно три. Так, подождите. Мне кажется, это то ли какая-то подсказулька, то ли что. Во тьме их пять. Значит, пять... Последнее не должен видеть ты, среди доступных четырех увидеть должно три. Какие-то загадки. А как закончишь, так ко мне приди. Ладно, как скажешь, Эдгар. Вильзевул. Лорд Вильзевул. Ну ладно, и Вильз. Так, можешь повторить свой стишок? Восьми их пять, последнее не должен видеть ты. Среди доступных четырех увидеть должно три. А, окей. Да ёлки, нет. Скоро верну. Да, блин, не нажимай его. Ну, пойдемте. Так. Первое творение. Ёшки. На самом деле страшно. Так. Глаза. Пронизывающий взгляд. В дверь постучали, и я вновь прозрел. Я вновь стал собой. Внезапно оно овладело мной, и свобода обернулась иллюзией. Я был вынужден наблюдать узник собственного разума. Я делал ужасные вещи, непростительные. Так. Ага. Ты мне тоже не очень жаль. Так. Понятно, что ничего не понятно. Так, тут какой-то шифр. Ну-ка, давайте зарисуем. На всякий случай. Это какой-то на скандинавское похоже. Ага, тут можно еще куда-то пройти. Господи, что это такое? Их грехи. Что мы сделали, чтобы заслужить эти муки? Они хотели поглотить всех нас. Ничто не могло остановить их. Обжигающие огни богов померкли. Их бдительные очи обратились ужасающими криками. А потом все исчезло во тьме. Так, все исчезло во тьме. Ну-ка, а если глазам этим вернуться? Может быть, сюда тоже можно сходить? Ага, смотрите, тут еще какой-то. Так. Так. Зарисовала. Все, выходим. Дальше идем. Так, тут что у нас? Еще какой-то знак. Сейчас мы все это зарисуем, чтобы потом не искать. Давайте влево сходим. Яна в розар, что это? А, разорванная! Я была сломлена, пока он не нашел меня. Раздроблена и потеряна. А потом он посмотрел на меня и увидел насквозь. Будучи брошенной всеми остальными спустя годы в невидимости и слышимости, он увидел меня, и мы полюбили друг друга. Все было идеально. Пока не развалилась вновь, и теперь осталась лишь боль. Разорванная. Так. Ага, пятая дверь заколочена. Блять! Все, поняла? Поняла? Заперто. Так. Ага, тут три значка, серьезно? Помню первый вот... А! Так, ну-ка.
Это надо... Вот почему ты из знака были, да? Нет, заперто. Подождите-ка. Было вот... Первое вот это. Здесь... Какой-то... А, надо было вот, типа, по звуку как-то определить. Ее судьба. Ее душа была искажена тьмой, голодом, одиночеством. Она безумно страдала. Наше единство позволило нам ее спасти. Мы бесчисленные отголоски забвения. Мы сущность того, что есть, было и будет. Я ни хрена ничего не понимаю. Вот серьезно, ни хрена. Так, у нас какие-то цифры. 3, 4, 2, 6, 9, 7. Записала. Нет. Понятно, лучше туда вообще не подходить. Что нам это дает? Так, итак. Во тьме их 5. Последнее не должен видеть ты. Среди доступных 4 увидеть должно 3. Итак. Подожди. Пронизывающий взгляд. Они полны раскаяния и скорби. Их грехи. Они страдают. Блин. Они убиты горем. Они потеряли связь с реальностью. Могу я теперь пройти в эту дверь? Когда пройдешь через эту дверь, пути назад не будет. Спасибо. Пожалуйста. Увидимся, Вельс. Блин, меня очень пугает, на самом деле. Включить. Сейчас какая-нибудь хрень начнется, ну как обычно. Потерянная. У нас только есть потерянная. Это опять какая-то мини-карта. Ой, мини-игра. Блин, сейчас как что-нибудь выскочит. Алло? Кто-нибудь слушает? Здесь кто-нибудь есть? Пожалуйста, мне нужна помощь. Я не могу вспомнить, кто я. Здесь так темно. Я помню ослепительный свет и обжигающую боль. А потом я оказалась здесь. Не могу избавиться от чувства утраты и отчаяния. Я мертва? Так, ну больше у нас ничего нету. Оп. Ого, какой Сал уже взрослый. Вот это да. Где мой телефон? Так, ну надо найти подвал, ванная. Ну, я так понимаю, что мы уже живем не в апартаментах, а, скорее всего, уже переехали в какой-то свой дом. У нас что-то столько всего. Столько разных комнат, главный вход. Давайте наверх сходим. Офигеть, Салбаш. Нил. Вот и цесарево. Чё как? Привет, Нил. Сегодня без хвостиков, а? Кажется, я ни разу не видел тебя с распущенными волосами. Едва узнал. Ха, ага. Ты как, чувак? Ты словно в облаках витаешь. Я в порядке. Ты нормально спишь? Я слышу, что ты пару раз вставал прошлой ночью. Внизу есть кофе. Знаю, что ты его не жалуешь, но тебе стоит выпить кружечку. Это поставит тебя на ноги. Я никогда не начинаю день без дозы кофеина. Спасибо. Чувствую себя разбитым. Без проблем, Салио. Он не дает нам пройти. Ну ладно. У нас еще есть подвал. Я так понимаю, мы... Опа. Живем что-то типа как в общажной какой-то... Может быть, квартире или еще что-нибудь. Либо просто квартиру с друзьями снимаем.
Наша местная загадка. В других новостях. Этим утром горела Нокфельская фабрика. Пожарные прибыли на место происшествия незамедлительно. Однако к тому времени, как им удалось справиться с пламенем, большая часть зданий и материалов были уничтожены. Это предприятие было главным местом для жителей нашего городка с 1934 года. Это третий случай пожара в здании, однако никогда прежде он не достигал таких масштабов, как сегодня. Власти считают, что пожар был устроен намеренно, однако более подробную информацию в данный момент предоставить не могут. Ранее в этом году был юбилей со дня предыдущего пожара, второго по масштабу, в нем погибли 20 человек. К счастью, в этот раз обошлось без смерти, однако трое рабочих в данный момент находятся в больнице с незначительными повреждениями. В настоящее время не ясно, смогут ли владельцы позволить себе реконструкцию предприятия. Последние десятилетия их прибыль постепенно снижалась, что приводило к финансовым проблемам. Если им не удастся восстановить производство, многие семьи потеряют источник дохода. Мы будем лишь держать вас в курсе происходящего по мере поступления новостей. Так, ну пойдемте в подвал. Гизмо. Это наш котейка, помню. Вот он. До сих пор ситничает. Чувак, серьезно? Откуда ты вообще продолжаешь таскать эти стикеры? Так, смотрите, какой-то выход. Так, это у нас задний двор. Мы только сменили замок, так что я не знаю, как код установил тот. Так, слушайте, у нас было 3, 4, 2, 6, 9, 7. А если просто 3, 4, 2, 6, 9, 7. Нет. Угу. Мы, получается, живем с Тоддом и Нилом. А Тодд — это тот самый умный парнишка. Так, ну получается, нам остается только идти на выход. Другого варианта у нас нет. Да, прям непривычно видеть Салли таким взрослым, и не его обожают, но я не переношу, так что нет, спасибо. И без хвостиков. Снаружи так светло. Так, что-то я сейчас запуталась. Может быть, с ним опять поговорить? Так, ты видел мой телефон? Нигде не могу найти. А, да, я нашел его прошлой ночью на крыльце. Решил, что не стоит оставлять, и захотел с собой. И чуть о нем не забыл. Спасибо, я и не понял, что оставил его на улице. Не пайся, совсем бывает. Держи, чувак. Так, где тот? У него занятия этим утром. А, ладно. Как продвигается охота на призраков? Тот говорит, что в последнее время все движется медленно. Медленно? Хотела... ну да, медленно. Еле движется с мертвой точки. Вы ведь опять пытаетесь защитить меня, парни? Это очень мило, но вы ведь знаете, что я способен за себя постоять. К тому же я старше вас на 2 года. Да нет, просто... Да-да, 5 лет назад 4 друзья заключили соглашение, и я уважаю такую верность. Вообще-то это охренеть как мило. Ха. Кстати, о милом. Я слышу, что сегодня приезжает очаровательная Эш. Одинокая волчица 4 всадников возвращается. Волнуешься? Мы должны встретиться днем. Значит, это нет. Не могу дождаться нашей встречи. Просто, знаешь, чувствую какую-то усталость. Внизу еще остался кофе, он взывает к себе. Салли, Гран Салли, возьми меня. Так, ты слышите странные звуки? Придется тебе уточнить, мистер Соня. Прошлой ночью мне показалось, что я слышу что-то вроде странной сирены. Я ничего такого не слышу. Может, Гизма опять смотрит телевизор? Нет, это не то. Как будто... А, неважно, наверное, просто кошмары. Боже, чувак, ты точно себя хорошо чувствуешь? Да, я в порядке. Все, ладно, пойдемте. Телефон мы свой взяли. Надо бы его зарядить. Я так понимаю. Мой мобильник напоминает о днях, когда мы с вами пользовались рациями. Надо будет пройти через минутку. Все еще заряжается. Так, но больше у нас ничего нету. Он все еще заряжается. Так, ну а что нам делать тогда? Фигней страдать. Выходить он не хочет. Может быть, опять к этому подняться?
как работа? А, блинский, работа у меня уже. У меня же утренняя смена, мне нужно бежать с Салли. Увидимся позже. Так, ну, он ушел. Так, что тут у нас? Кто-то оставил мне записку. Так, записка тот с науку для сарапа. Есть у него замок, был хороший идей. Так, ага, значит, 40, 35, 364. Ага. Наверное, надо бы сходить в сарай. Давайте сейчас проверим телефон, если он все равно пишет, что заряжается, тогда пойдем, значит, в сарай. Кажется, зарядился. Давай, написал несколько сообщений. Так. Не спишь? Уже нет. Чё такое? Чё-то не так с апартаментами Эдисона. Помимо призраков в жутком подвале. Я серьезно, скоро буду. Дай мне пару минут. Эй, пиши, как будешь готов. Готов. Так. Нет, пока мы не готовы. Как... к нам... В пути. А, ну все, в пути. Блин, мы в этот не зашли. В сарай. Там может быть... Ой, господи! Эпизод 4. Суд. Мне ж прям это напугало немножко. Ваши слова довольно сильно разнятся с вашей изначальной историей, мистер Фишер. Разве вы не утверждали ранее, что не поддерживали общение с Ларри Джонсоном? Утверждал. Вы признаете, что врали в своих изначальных заявлениях? Да, я находился в состоянии шока и думал, что правда лишь усугубит положение. Что мне никто не поверит. Я не знал, как поступить иначе. И как же нам теперь верить вашим словам? Как разобраться, где правда, где ложь? Кроме правды, у меня ничего не осталось. Важно, чтобы люди прислушались к моим словам. А поверят они им или нет? Что ж, ради же их блага надеюсь, что поверят. Это угроза? Это предупреждение. Вы хотите, чтобы мы поверили, что Пола Нокфилла до сих пор разгуливает убийца? Что представлены сегодня улики и кровь жертв? На вашей одежде и коже, отпечатки ваших пальцев на орудии убийства, записи с камер наблюдения, показания свидетелей? Что все они призваны вас подставить? И кто же так потрудился? Полиция округа? Если суд не возражает, я хотел бы продолжить давать показания. Эту историю важно рассказать в хронологическом порядке, чтобы избежать выдергивания деталей из контекста. Но еще сильнее, чем они уже были выдернуты. Разрешаю. Прошу, продолжайте дачу показаний, мистер Фишер. Но запомните, ответить на вопрос обвинителя вам все равно придется. Я на все отвечу. Продолжайте. Как обычно, он рассказывает историю. А Ларри особо не изменился, только борода появилась. Чувак, говорите, что-то явно не так. Ты снова видел демона? Нет, я не видела с тех пор, как мы его 100 лет назад вынесли. Да я утром взял супергирбой, все здания прочесал, но ничего не нашел. Все призраки куда-то пропали чуть ли не месяц назад. Как-то странно. Хотя это может и неплохо. Может, они наконец-то смогли отойти в лучший мир? Не знаю, мужик. У меня какое-то нехорошее предчувствие. Как будто у меня под кожей что-то копошится, в черепе скребется. Словно затишье перед бурей, я это чувствую. Хм. Что? Дежавю. Я тоже его испытываю. Будто все в тумане, а за ним что-то ждет, притаившись. Да, именно. Но что бы это ни было, источник в апартаментах. Ну че, посмотришь со мной или как? Конечно, посмотрю. Так. Сходим за Тодом. У него сегодня занятие. А, точно, я надеюсь, что он сделает новый гаджет или типа того. Он работает над чем-то, но, кажется, еще не закончил. Модификация гитары, наконец, завершена. Но Тод так и не показал мне, как ее пользоваться. Лучше с ней не баловаться. Надеюсь, она будет работать лучше, чем та штуковина в виде коробки, которую он сделал в прошлом году. Точняк. Предпочитаю, чтобы моя гитара оставалась целой. Так, ну мы не можем уже сходить, надо было в Сарандерсы. Ну что, ты готов? Почти. Хочу перевести все, что осталось на выходных. Наконец-то переберусь из своего подвала. Круто. Тот сказал, что мы можем взять фургон. Шикарно. Ага. Мне кажется, надо будет все-таки в подвал сходить, но ладно. Ноксвилл Холмс.
На самом деле как-то странно, что пропали все призраки куда-то. Кладбище. Что тут столько всего? Какая-то церковь. Ух, апартаменты Эдисона. Кажется, про бот это не ошибся. Что ж, вперед. Погнали. Камеры все так же висят, как и висели. Мне кажется, тут практически ничего и не изменилось. Мистер Эдисон, так давно ты все складываешь, что наверняка уже не помнишь, что в коробках. У них наверняка полно вещей его почившей семьи. В некоторых. А в остальных старая одежда, чайный сервиз, кулинарные книги. Просто куча старых хрени. Ладно. Чё? Ты копался в вещах Терренса? Естественно, чем? Как я мог в них не покопаться? Он же из комнаты никогда не выходит. К тому же я хотел убедить, что он не связан с культом и не прячет тот труп или еще какую-то хрень. Но тут только скучные стариковские манатки. Ну что ж, логично. Логично. Ну да, правда, тут ничего нету. Добрейшее утро, юный сэр. Как вы себя чувствуете этим прекрасным днем? Неплохо, честно. А вы? Я просто замечательно. В апартаментах в последнее время очень спокойно. Ну, конечно, мы скучаем по своему дорогому Сау Фишеру. И с Ларри тоже будет грустно расставаться. И я буду скучать по этому месту. Но пора, наконец, выбраться из подвала. К тому же, живем буквально через дорогу. Понимаю, наши юноши совсем выросли и готовы к следующему этапу своих жизней. Рад за вас обоих. Знаете, мальчики, я желаю вам всего самого лучшего. Вы этого достойны. Спасибо. Спасибо вам, Терренс. Так, что это? Обыскать апартаменты. Напомню, почему вещи Розенберг оставили тут? Эдисон до сих пор считает, что она уехала отдыхать или вроде того, и что она вернется. Ну, вот уж не думаю. Та старушечка умерла. Жалко. Я до сих пор не уверен, что с ней произошло. Ты говоришь, что она типа исчезла, да? Да, но не только. Перед тем, как исчезла, она стала призраком. Мне кажется, что она была не совсем человеком. А, да, помню, ты говорил. Я на какое-то время состояла в культе, но потом остановил их или попытался остановить. Так что она была очень старой. Так. Просто ведьмой была. Было бы логично. Только если бы у нее были способности, зачем Розенберг болталась в этой квартирке? Может, она была слишком старая или просто сдалась? Будь у меня способность, я бы никогда не вышла на пенсию. И постоянно бы вляпалась во всякое дерьмишко. Ха, я не сомневаюсь. Так. Квартира миссис Гибсон. Да, чё тебе, Сал? А он что здесь делает? Здрасте, миссис Гибсон. Мы хотели... Ну что ж, обычное дело. Да уж, эта дамочка обид не прощает. Так, ну пойдемте. Второй этаж. Погнали. Квартира родителей Тодда. У мамы его. Салли Крансалли и медвежонок Лари. Какой приятный сюрприз. Привет, Янис. Приветик. А, приветик. Что вас двоих сюда привело? Просто зашли поздороваться. Приветик. Привет. Привет. Понятно, она, походу, что-то мать употребляет. Эти ребята только что зашли в ванную вдвоем? Грег, ты здесь? Ау. Супергербой тоже молчит. Что там? Это зуб? Фу, чувак, ты подобрал его голыми руками? Но не оставляешь же его здесь. Что если он нам понадобится для чего-нибудь? Да на кой ляд нам вообще понадобится зуб? Привет, я Салли Крамсали, это мой друг Ларри. Мы исследуем паранормальные явления и оккультную деятельность Нокфили. Здесь стоит всякая чертовщина. Верно подмечено. Кто? Зуб. Зуб, который нашел на втором этаже, он весь обгорел. Причем написано зуб 3 из 5. Может быть, нам надо найти 5 улик каких-то?
А, ну, говорю, что-то употребляют. Привет, ребята. Ладно, ты уже пришел за Ладно, ты уже пришел за добавкой? Не, мне и так нормально, Рэй, спасибо. Здравствуйте, мистер Моррисон. Сал, уже видел сад? Что думаешь? Он прекрасен. И еще бы это истинная красота. А откуда вы все это достали? Если бы я тебе рассказал, то мне пришлось бы тебя убить. Ха. Нет, я серьезно, это не совсем легально, так что буду крайне признателен, если маленькая тайна останется между нами. И, разумеется, я с радостью буду делиться с вами всякий раз, когда вам захочется. Ваш секрет безопасности, можете не сомневаться. Я так не думаю, безопасности вообще много не бывает. Знаю, тот не в восторге, что мы сделали из его старой спальни сад, но он знает, какую радость это нам доставляет. А еще он знает, что ничто не заменит пустоту в форме Тодда, которая осталась в наших сердцах. О, ему повезло с такими любящими родителями. И такими замечательными друзьями. Я вами чертовски горжусь, ребята. Чертовски горжусь. Так, ладно, уходим. Старая квартира Пакертона. Это же и наша училка. Блин, это до сих пор вонище стоит. Да уж. Да, это та самая училка, которая делала страшную колбасу. Помню, помню. Кирбой тут что-нибудь считывает? Не, даже твой четырехкопытный дружок прячется. И коза там была. Блин, не, не могу. Так, тут у нас ничего нету. Значит, надо прошерстить спальни. Спальня 1. Интересно, что сделали с трупом мистера Пакертона? Но мы точно не знаем, что его не подали на обед. Да ж, надеюсь, что нет. Ты слегка надорван ковер, но рукой его не поддеть. Мы ничем не можем поддеть его. Так, ну, нам надо запомнить, что в квартире миссис Пакертон есть надорванный ковер. Я должен был понять, что те ребята не настоящие копы. У меня от них было странное чувство. Понятия не имею, как они умудрились вдвоем брать тут все за ночь. И это точно были те же самые мужики, которые притворялись копами, когда умерла миссис Андерсон. Я утром видел, как они уходили. Я их тоже видел, помнишь? Ага. Может, поэтому они ночью пришли, поняли, что мы их узнаем. Тот так и не сумел выяснить их настоящие личности, да? Ага. Но готов поклясться, что пару недель назад видел, как один из них заходил в церковь. Я за ними теперь каждый день наблюдаю, они там частенько собираются. Только в церковь так постоянно делают. А, только в церкви так постоянно делают, собираются. Может, ничего важного, а может, это очень важное. Мне всегда было не по себе от этой церкви. В детстве мы пару раз поднимались на молельный храм на праздники. Я обсуждал, что там возможно установить там скрытые камеры, записывающие устройства, просто чтобы проверить. Круто! Приятно вновь прибегнуть к VIP. VIP? Взломай проникновение, ты чё, чувак? А, да. Да, но тут на самом деле вообще уже все запутано. Блин, реально непривычно, что Салли Громсали без хвостиков. Так, я не помню, 203 это вроде бы умерла же эта старушка, да? Перочинный нож, зашибись. Здорово, он может пригодиться. Так, это отлично вообще. Отлично, пойдемте тогда в квартиру. Это Пакертон. Сейчас давайте еще в одну зайдем. Старая квартира Чарли. Ну, Астер сказал, что Чарли выпускает стены, смотрел? Смотрел, только это не настоящий Чарли. Как думаешь, где он сейчас? В смысле, настоящий Чарли? Думаю, он либо в лапах культа, либо они его уже убили. Или пустили на колбасу. Фу, если чуваком хреновенько сходился, но никто не заслужит оказаться в колбасе. Чарли был немного странным, но хорошим. Он даже начал мне нравиться, пока мы не решили, что он убийца. Блин, ну мы ему конкретно подговнили, да? Мы не виноваты, мы не могли знать. И ты собственными глазами видел, как он ее убил. До сих пор кошмар снятся. Это я помню. Помню, помню, что они его... Ой, упекли за решетку еще в первом эпизоде. Так, ну тут вообще ничего нету. Так что пойдемте в квартиру Пакертон. Сейчас мы там перочинным ножиком вскроем ковер.
Так, это у нас была спальня один. Так. Использовать. Так, тут какой-то шифр. А что если... Так, 3-4-2. Блин. Нет, 3-4-2-6-9-7. Нет. Так, нам теперь нужно узнать код. Надо узнать код. Хорошо. Запомним это. Что у нас есть то ли сейф, то ли что в квартире Пакертон. Квартира Дэвида. А даже без штанов входит. Ха, конечно. Привет, Сал, привет, Флат. Чё как, ребята? Привет, Дэвид. Мы тут просто по квартирам ходим. Как у тебя дела? Ай, какие молодцы. Только я ещё говорить не могу. Сэр моя приболела. Заботиться о ней нужно. Ох, надеюсь, и скоро станет лучше. Если тебе что-то понадобится, мы рядом. Спасибо, ребят, спасибо. Все так же без штанов входит. Квартира Си-Джея. А, это вот все. Йо, чё, как, пацаны? Йоу. Привет, Си-Джей, у тебя сегодня вечеринка? Не, ну вечером приду Зи и Сиера, как старый добрый. Вы тоже заглядывайте, если сможете. Круто, мы запомним. Зашибись. Так, ну тут ничего интересного у нас. Так, квартира Пыха. Привет, ребята. Привет, Сал. И привет, Вади. Сави к вам, Сави. Сода. Господи, кто дал имя девочке Сода? Приветик, Сода. Как поживает моя любимая малышка? Хочешь прокатиться на плечах дядюшки Сала? Ой, Сал, не усыпь. Лучше не брать ее на руки. Спасибо за предупреждение. Мамочка. Да, лапушка. Я хочу прокатиться на плечах дяди Сала. Булочка, давай не сегодня, хорошо? Помнишь, что я сказала утром? Хорошо. Ой, ну не переживай, малышка, все. Если бить лекарство, которое сегодня дал доктор, ты у нас быстро полетишь. Обещаешь? Обещаю. Обязательно. Так, чё как у Пыха-то? Привет, ребят. Йо. Вы что-то замышляете, как обычно. Здорово, что некоторые вещи никогда не меняются. Вы расследуете очередное секретное дело. Если мы расскажем, то секрета не будет, не так ли? И то верно. Так, видели что-нибудь странное? Не, все спокойно, никаких признаков всякой жуткой фигни. Надеюсь, так она и останется. Ну ладно. Если четвертая приоткрыта. В смысле? Так, еще зуб? Ага, это, наверное, подсказка или типа того. Три, пять, так. Зуб, который нашел на третьем этаже, на нем вытруплена буква С. Смотрите, уже 4, 3 из 5 и 4 из 5. Прям реально какие-то загадки. Квартира Дэвида. Думаю, пока его не стоит беспокоить. А, все, мы здесь уже были. У нас сейчас остается 4, 5 и подвал. Давайте, ребятки, тогда на этом пока закончим. На самом деле ничего не понятно, все как-то запутано. Что мы ищем, я даже не знаю. Но пока просто обыскиваем апартаменты. Больше делать, в принципе, нечего. Смотрите, а, это точно то же убийство произошло, насколько я помню. В общем, ребятки, на этом пока мы все, пока мы заканчиваем. Не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии, нажимать колокольчик и вступать в наши группы, все ссылки в описании. А на этом все. Увидимся в следующей серии 4-го эпизода Салли Фейса. Всем пока!